Выходить гулять во двор рядом с домом 186 по улице 22-го партсъезда теперь рад и старый млад. Здесь появилась новая детская игровая площадка. Теперь детки бегают на площадке, да, то есть к лету у нас это теперь все будет зелененькое, травка будет зелененькая, будет все аккуратненько, красиво. Дети довольны. Все для них делается. Еще совсем недавно детская площадка не радовала, ведь построена она была почти 20 лет назад. Жители микрорайона решили вопрос кардинально, сделали свой проект реконструкции игровой зоны и обратились за помощью к властям города. В результате эффективного взаимодействия администрации Самары и ее структурных подразделений для решения задач в сфере ЖКХ вопрос был решен в кратчайшие сроки. Руководство района и депутаты в рамках программы «Инициативное бюджетирование» помогли горожанам обновить площадку. С этим проектом уже, да, который был нарисован, который мы обсудили вместе с жителями, мы направились в администрацию промышленного района и предложили принять участие в инициативном бюджетировании непосредственно вот этой площадки. Ну вот результат вы видите сейчас налицо. Вот, и на протяжении всей работы жители участвовали в этой работе и своим трудом, соответственно. Старое оборудование, старые качели, которые уже пришли в негодность. Вот, сейчас это совсем по-другому все выглядит. И дети, конечно, рады. И рады и пожилые люди, которые могут прийти здесь посидеть, отдохнуть. И мы, родители, и бабушки, и дедушки. Чтобы наладить связь руководителей внутригородских администраций и структур, которые отвечают за состояние домов и дворовых территорий, с горожанами, по инициативе главы региона Дмитрия Азарова в 2021 году был инициирован проект «Мой дом». Уникальность данного проекта, наверное, заключается в том, что создалась возможность наладить непосредственную коммуникацию жителей с надзорными органами и решить те насущные коммунальные задачи, которые у них и вопросы, которые у них назрели. Жители обновленного двора теперь сами будут следить за состоянием обновленной детской площадки и поддерживать на ней чистоту. Рядом с новыми скамейками они уже сегодня посадили деревья. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.